Так, сегодня 10 августа, нахожусь на Доминой горе, возле креста. Получил сообщение, что у нас пожар на верхних лугах. Сейчас запустили дрон. Так, просмотрели видеозапись. Пожар у нас получается на спуске на Куряк, на скале перед рекой. Место довольно-таки, я не знаю, как туда залезть, как там тушить. Там реально горит на скале. Место очень труднодоступное. И там, если честно, там по скалам попрыгаешь. Здесь, скорее всего, только либо с вертолета тушить, либо ждать, когда он дойдет. Но, скорее всего, вот эта гора выгорит. Так, судя по показаниям коптера, от нас, вот я сейчас нахожусь прям под крестом, вот от меня до места пожара, если по прямой, 2 километра 700 метров, это по прямой. Вот, если ехать по дорогам, там на коптере видно, что есть какие-то дороги, как говорят, это там старый трубопровод, то, естественно, там будет очень большое расстояние. Еще неизвестно, можно туда добраться, нельзя и на каких машинах. Кстати, усиливается ветер, и вот прямо вот отсюда, с Доминой горы, видно, что, видимо, пожар усиливается. И, скорее всего, ночью будет видно невооруженным глазом его, скорее всего, из города. Сейчас чуть попозже еще раз запустим коптер. Есть еще одна батарея у нас. Вот, но плохо, что ветер усиливается. Так что следим за событиями. Сейчас мы вам все покажем. Сейчас второй раз прилетел дрон. Время сейчас 19:41. Ветер усиливается. Дым, кстати, тоже усиливается. И второй раз вот прилетел дрон. Было видно, что были видны открытые очаги пламени. То есть с дрона видно, что пожар довольно-таки серьезный. И я думаю, должны быть очень серьезные силы применены, чтобы его локализовать. По крайней мере, вот сейчас второй раз прилетел дрон, кого-то поблизости, каких-то служб мы не видели. Видимо, они где-то едут, но еще раз повторю, что место очень труднодоступное, и доехать туда очень тяжело. Так что не знаю, как его будут тушить, но тушить его, естественно, надо.
С вами был Александр Мартынов. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.